Золотые наши, серебряные. Спортсмены из Чувашии в этом сезоне отметились на многих престижных соревнованиях. Трофеи и звания, пополнившие копилку наград, выглядят солидно. Медали, кубки, чемпионские титулы. Их владельцев чествовало сегодня Министерство спорта Чувашии. Норвежский Хафьелл, мексиканский Канкун, британский Стокман-де-Виль и Сванси, Женева, Кранев, Ташкент. География соревнований в очередной раз доказывает, что спорт вне политики. И санкции на него не распространяются. Столь же широкий перечень спортивных дисциплин, в котором преуспели наши спортсмены. Маунтинбайк, борьба, шашки, аэробика, легкая атлетика, бадминтон. Вручая сертификаты на получение премии ежемесячных выплат, министр Сергей Мельников еще раз подчеркнул, мы не только гордимся вами, но и готовы всячески поддерживать. Многие из тех, кто присутствует сегодня, представители вот олимпийских, паралимпийских видов, сурдолимпийских, реальные претенденты на олимпийские и паралимпийские, сурдолимпийские игры. Ближайшая задача у нас только такая, максимальная задача. И здесь тоже у нас предусмотрено уже с января месяца начнутся выплаты стипендий целевых на подготовку к этим главным стартам. Поэтому, ну и все остальные возможности, которые есть в республике, они к вашим услугам. Тренеры за своих подопечных готовы поручиться. Вместе они уже продемонстрировали волю к победе. А на подходе новые чемпионы. По словам наставников, в Чувашии много перспективных спортсменов. А значит, копилка наград с каждым сезоном будет все весомее и весомее.